Одно из главных музыкальных событий января – творческие концерты маэстро Раймонда Паулса. Традиционно после своего дня рождения Паулс собирает лучшие музыкальные коллективы и исполнителей нашей страны. Эти концерты всегда собирают аншлаги. Со зрителями нашей программы маэстро поделился некоторыми своими мыслями. Я считаю, что это моя традиционная моя работа. У меня такие юбилеи каждую вторую неделю, так откровенно говоря, да? Концерт, спектакль, спектакль, какой-то концерт. Ну вот все это идет так уже 50 лет, если не больше, да? Потому мне это мои эмоции. Я доволен, что я встретился с великолепными музыкантами, певцами, с блестящим хором, с дирижером великолепным Марисом. Да? Вот это моя жизнь, это моя работа. Проблема сейчас в другом. Если я даже что-то написал новое, да, и выхожу на сцену, все равно мне будут говорить: нет, лучше сыграй то, что ты написал тогда. Ну, я не обижаюсь, но так оно есть, да. Ну что, 75 – это цифра страшная. Страшная. Для этого жанра это страшная цифра. Я могу быть где-то благодарен, очевидно, Богу. Очевидно, да, что я еще в своем возрасте я могу выйти на сцену, и мне, ну, я пока еще так чувствую, что мне не хотят бросать меня помидоры. Пока еще нет. Ну, надо быть очень осторожным с этим, да. Очень осторожным. Любовь таилась в глубине, она ждала, и вот проснулась и глаза свои открыла. Балдес. Well,